Настюш, ты опять красоту наводишь? Да. Алло. Настя, помоги мне. Мои детки заблудились в лесу. Вот их фотографии. Поспеши, пожалуйста, найди их, Настюша. Хорошо, я буду в школу. Настенька, надо помочь ежихе. Пойдем. Надо отсюда собрать. Собирай все, мы же идем в лес. Бери плед, потому что ночью может быть холодно. Это что у тебя такое? Не знаю. Какая ты запасливая. Скоро уже стемнеет. Нам придется идти в самую чащу леса, Настюша. О, крутой спуск. Ого, крутой спуск. О! Ты знаешь дорогу? Вот ступень. Осторожно, Настюша, очень опасно. Змея! Вот это да! Как же нам ее обойти? Надо потихонечку. Аккуратно, Настюша. Аккуратно, аккуратно. Ты слышишь? Ежонок. Ежонок? О, точно, маленький спрятался. Ой, бедный. Не переживай, мы найдем твоих друзей. Какой хорошенький. Настюша, солнышко уже заходит. Нужно торопиться. Надо спешить на заход солнца. Да, надо спешить до захода солнца. Идем. Да, там такой крутой обрыв. Какие тут заросли. Пауки. У меня для пауков средства есть. Ух ты, молодец. Вот и он. Кажется, мы нашли второго ежонка. Какая ты молодец, Настюша. Это доченька, но где же другой? Осталось найти еще двоих. Да. Ночь уже наступила, давай переотдохнем. Да, нужно разбить лагерь. Настюша, малыши хотят есть, нужно их накормить. Нужно разжечь костер. Так. Ух ты, сколько у тебя вкусного. Вот вкусная будет еда. Да. Кто к нам пришел? Он, наверное, учуял запах. Проголодался маленький. Какой хорошенький ежонок. Это девочка? Да. Настя, как темно. Какие звуки в лесу. Да. Не бойтесь, не бойтесь. Это только сова. Не бойтесь, я с вами. Только один остался. Наверное, ему страшно одному. Наверное. Что там, Настя? Надо взять фонарик и пойти посмотреть, кто там. Это ежик! Да это же малыш ежик! Настя, мы всех нашли! Ура! Нужно скорее отвезти их к маме. Да. Спеши, Настюша, спеши! Мама переживает там. Вот и мама. Смотри, мы нашли твоих ежат. Спасибо тебе большое, Настя. Все, пока, я устала. Вот, теперь можно и отдохнуть. Устала? Да. Опять звонит телефон. Будешь поднимать? Алло, я иду, иду. Все, ребята, я на задании. Пока. Пока, Настюша.